не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вас всех видеть, знакомые лица. Прежде всего, прошу вас, убедительно прошу, выключите, пожалуйста, ваши гаджеты. Пока вы выключаете ваши мобильные телефоны, я хочу от имени творческого коллектива проекта «Владимир Высоцкий в Сумах» поблагодарить наших уважаемых медиапартнеров: газету «Панорама», газету «ДС Экспресс», газету «Ваш шанс», газету «Ярмарок», замечательную команду агентства творческих событий и лично Игоря Касьяненко, Ларису Ильченко. И особая благодарность нашему главному меценату, который оказал нам поддержку неоценимую. Это Сумская областная организация Аграрной партии Украины. Итак, Владимиру Семеновичу Высоцкому посвящается. Александр Градский. Песня о друге. Я совсем не был с ним знаком, но о друге мечтал таком, что меня не предаст тайком, хоть его жги огнем. У дороги цветком таким он назло многим рос таки. Вы вокальных дел мастаки, не споете о нем, совпадая с фамилией. Наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне. Но как ведется святой Руси, сколь поэта не возноси, его высь и же в небеси, но о тело земле. Пусть он связки пересмыкал, пусть не всяк его стих смекал, но зато он не пресмыкался, как многие тут. А когда в зале смех стихал, начиналась мистика его песенного стиха, то был каторжный труд. Совпадая с фамилией, наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне.
Но как ведется в Святой Руси, сколь поэта не возноси, его ввысь и же в небеси, ну а тело в земле. Он из самых последних жил, не для славы и пел, и жил среди прочей словесной лжи. Он себя сохранил, и на круче без удержи все накручивал виражи. Видно, мало нас учит жизнь тот убит, кто ранит, совпадая с фамилией. Наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне. Но как ведется в Святой Руси, сколь поэта не возноси, его ввысь и же в небеси. Тело в земле. Александр Гарбор. Добрый вечер, дорогие друзья. 25 января мы отмечаем 80 лет со дня рождения выдающейся личности, великого поэта, прозаика, актера, автора-исполнителя Владимира Высоцкого. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. 1978 год. Высоцкий приезжает с концертами в Сумы. Никакой билет, никакой рекламы, но все билеты распроданы. Полный аншлаг. В зале КРЗ не протолкнуться. Так же, как и сегодня на нашем концерте, ровно 40 лет спустя. Мы знаем наверняка, что в этом зале есть люди, которые были на тех концертах и запомнили их навсегда. В день своего 80-летия Высоцкий был бы, несомненно, счастлив, потому что его путешествие в души огромного количества людей продолжается точно так же, как и наше восхищение глубиной его песенного и актерского творчества. Каждый по-своему пришел к Высоцкому и открыл его для себя. Он, как никто другой, отразил свою эпоху в творчестве. Вошел в ее сознание поразительно легко и быстро. Его как будто давно все ждали. И в этом смысле Высоцкий стал великой объединяющей силой. Выходил на сцену один с гитарой и держал в напряжении огромную страну. Песня «Если где-то в чужой неспокойной ночи» исполняет Владимир Сергиенко. Добрий вечір, кохане рідне місто. Вітаю вас з великим ювілеєм великого славетного чоловіка. Загиблим героям, ветеранам війни, тим, хто зараз на війні, полоненим, а їхнім матерям та батькам, а також тим, хто на них завжди чекає вдома, присвячується. Где-то в чужой неспокойной ночи ты споткнулся и ходишь по краю, не таись, не молчи, до меня докричи, я твой голос услышу, узнаю. Если с пулей в груди ты лежишь с белой ржи, потерпи, я спешу, и усталости ноги не чуют. Мы вернемся туда, где и воздух, и травы врачуют. Только ты не умри, только кровь
удержи их. Если ж конь под тобой, ты домчи доскочи, конь дорогу отыщи до Буланы, те края, где всегда бьют живые ключи, и они исцелят твои раны. Где ты, друг, заперти, или в долгом пути, на развилках каких перепутьях и перекрестках? Может быть, ты устал, приуныл, заблудился в трех соснах и не можешь обратно дорогу найти. Здесь такой чистоты из-под снега ручьи не найдешь, не придумаешь краше. И цветы, и кусты, и деревья ничьи, стоит нам захотеть, будут наши. Если трудно идешь, по колено в грязи, да по острым камням, босиком, по воде по студеной, пропыленный, обветренный, дымный, огнем опаленный, хоть какой доберись, добреди, доползи. Слава Україні! «Я не считаю, что пишу песни», — говорил Высоцкий. «Я пишу стихи, придумывая на них мелодии. Это для того, чтобы еще больше усилить впечатление от стихов. Я всегда пытаюсь придумывать такие мелодии, чтобы они не мешали слушать смысл. Бывает такое ощущение, будто кто-то водит твоей рукой». Анатолий Бегуненко. Посвящение Высоцкому. Читает автор. Никто так не жил. Он первый. Вся жизнь его сердца крик и перегрузка нервов, а нервам сорваться миг. А он лишь на нервах держался, живя под колпаком, был внешне весел, смеялся, и все-таки он сорвался, но, к счастью, в рай прямиком. А мы его не понимали, а мы его не поддержали, о жизни он пел, подшучивал, а мы думали, что поджучивал. И вот он ушел, мы остались, и сразу же вмиг растерялись, не зная, как жить нам дальше, средь подлости, лжи и фальши. Всегда раньше срока уходят гении и шуты, признания не находят среди мирской суеты. Ну а потом, возвращаясь в строчках своих стихов, уже оттуда, из рая, нам помогают, спасая от многих земных грехов. А мы во многом бездарны, во многом им благодарны за то, что нас поддержали, простили и подсказали. Давайте любить живущих, по жизни рядом идущих. Давайте жить будем дальше, без подлости, лжи и фальши. О любви можно говорить много, но Высоцкий сказал так: «Я дышу, и значит, я люблю». Баллада о любви исполняет Алла Титаренко, скрипка Сергей Борщ. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 с
сороком. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. И ни награды не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю. И вдоль будет странствий скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцы не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал и с мертвых воскрешал. Потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи безголовье погибшим от невиданной любви. Их голосам дано сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. И я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. На вопрос об отношении к женскому полу Высоцкий отвечал: «Я очень люблю женщин. Я люблю целую половину человечества». Лирическое исполняет Сергей Малюк, аккомпанирует Ольга Казаченко, Виктория Грицай, Сергей Борщ. Живешь заколдованно.
дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Любовь редко приходит без своих грустных спутниц, печали и тоски о любимом человеке, который сейчас не может быть рядом. Песня «Марьи» исполняет Ксения Степанец, гитара Александр Бельский, скрипка Сергей Борщ.
прежде весело, идучи к дому ты, тихим словом ласковым утешай. А житье невесте на омуты, омуты дожидает Марьюшка. Житьё невесте на омуты, омуты дожидает Марьюшка, успешай. Высоцкий написал около 800 стихотворений. Почти все из них еще при жизни поэта стали песнями. Вашему вниманию, в исполнении Татьяны Степанец одно из последних стихотворений Высоцкого, посвященное Марине Владе, мелодию которому он не успел написать, а может, не посчитал нужным. И снизу лед, и сверху маюсь между, пробить ли верх или пробуравить низ, конечно, всплыть и не терять надежду, а там задело в ожидании виз. Лед надо мною надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни. Все помню, даже первые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне будет чем ответить перед Ним. Большая часть песен Высоцкого, практически каждая десятая, посвящены военной теме. Извечная же боль женской души – ожидание мужчин, ушедших на войну. Мысль о расставании от отчаяния делает женщин более сильными и решительными, а мужчин – более трепетными и нежными по отношению к любимым. «Белый вальс» исполняет Алла Титаренко. Звука не рвал, сердца стучали на трещоты вместо двух. К тому же дамы приглашали кавалера на белый вальс традиционный и захватывала дух. Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам, давно решился пригласить ее одну. Но вечно надо отлучаться по делам, спешить на помощь, собираться на войну. И вот все ближе, все реальней становясь, она, к которой подойти намеревался, идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс. И кровь в виски твои стучится в ритме вальса. Ты внешне
успокоилась от шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, сломалась, дрожала она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не стой же ты, руки сложа, сам не свой и не чей. Был белый вальс, конец сомненья мало верил. И в завершенье юных снов забав путел. Сегодня дамы приглашали кавалеров на белый вальс традиционный, не потому. Сегодня дамы приглашали кавалеров не потому, что мало храбрости у тех возведены на время бала звание дам. И кружит головы нам вальс, как в старину, но вечно надо отлучаться по делам, спешить на помощь, собираться на войну. Белее снега белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, и ты был бел, бледнее стен, белее вальса. Ты внешне спокоен среди шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, сломалась, дрожала она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не стой же ты, руки сложа, сам не свой и не чей. Где б ни был бал, в лицее, в доме офицеров, в дворцовой зале, в школе, как тебе везло. Повсюду дамы приглашали кавалеров во все века на белый вальс, и было все белым бело, потупя взоры, не смотря по сторонам. Через отчаяние, молчание, тишину спешили женщины прийти на помощь к вам. Их бальный зал величиной во всю страну. Куда б ни бросила тебя, где б ни исчез, припомни вальс, как ты был бел, и улыбнешься. Век будут ждать тебя и с моря, и с небес, и пригласят на белый вальс, когда вернешься. Ты внешне спокоен средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, сломалась, дрожала она в сыпком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не стой же ты, руки сложа, сам не свой, сам не свой и ничей. Высоцкий считал свои песни о войне песнями-ассоциациями. Он говорил, что люди и ситуации из тех времен. А в общем, идея и проблема наша, нынешняя. И потому это нужно петь теперь, сегодня и продолжать в будущем. Баллада о новом времени исполняет Сергей Литвиненко. Звучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженым тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу, унося седоков.
Та не кожаним тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старищи. И в погоню за ним мы летим убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарища нет. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарища нет. И еще будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда открохочет, когда отшумит и отплачется, и когда наши кони под нами устанут скакать, и когда наши девочки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, все простить бы и не потерять. И когда наши девочки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, все простить бы и не потерять. Из интервью Высоцкого. Я стараюсь для своих песен выбирать людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, которые следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти. Песню, которую вы сейчас услышите, бойцы батальона «Азов» восприняли как откровение, как самую настоящую правду о нынешней войне. «В темноте» исполняет Игорь Титаренко. Спереп
боями. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава и следы не читаются. И звуки, и краски не те. Только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там, в темноте. Ничего распогодится. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава и следы не читаются в темноте. Владимир Высоцкий снялся почти в 30 художественных фильмах. В 1967 году, после премьеры фильма «Вертикаль», началась всесоюзная известность и широкая популярность Высоцкого и его песен. «Вершина» исполняет Евгения Торопова. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыва вогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки, от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, и здесь на везение не уповай. В горах не надежен ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Высоцкий написал огромное количество песен для кино. Но, к сожалению, практически каждая пятая из них исключалась из фильма в последний момент. Среди таких песен «Кони привередливые» и «Белое безмолвие», не вошедшие в фильм «Земля Санникова». «Борьба с ватной стеной» — так называл противостояние цензуре
сам Высоцкий. «Белое безмолвие» исполняет Александр Бельский. Только на юг, слава им не нужна, и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. И наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега замели. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень. И наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север — воля, свобода, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться. В апреле 1974 года в сопровождении ансамбля «Мелодия» под управлением Георгия Гороняна был записан альбом песен Высоцкого в исполнении Марины Влади. Одна из песен прозвучала особенно проникновенно и воодушевленно. «Так дымно» исполняет Ксения Степанец. Танго в исполнении Дмитрия Шипотько и Елены Жук. Танцевальная школа Ольги Гараниной. Пою до конца.
оркестре играют устало, сбиваясь. Смыкается круг, не порвать мне кольцо. Спокойно, мне лучше уйти, улыбаясь. И все-таки я допою до конца все нужные ноты. Бокале тусклей равнодушней оскал зеркал, и лучше мне молча рыбить уху. А может мне просто разбить бокал? Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.